Напоминаю вам о том, что мы сегодня присутствуем на курсе философии управления в Алматинской высшей школе управления. Напомню, что в свое время эта школа начиналась с Кашибаева БНГ Аминыча. Впоследствии, как в виде Алматинской школы менеджмента, впоследствии Алматинская школа управления выявилась в отдельную организацию. Алматинская школа менеджмента была преобразована в Международную академию бизнеса. Далее Алматинская школа управления преобразовалась в Алматинскую высшую школу управления, в которой сегодня присутствуете, да? И сегодня мы проходим курс философии управления. И я напомню вам о том, о чем мы говорили все предыдущие лекции. Мы говорили о том, что такое философия. Мы говорили о том, что такое управление. Мы говорили о теориях систем информации, знаков и ценностей как составляющих теории и философии управления. И сегодня просто хотел кратко пробежаться, прежде чем приступить к теории систем, пробежаться и какие-то важнейшие реперные точки установить, да? То есть, во-первых, что есть философия? Да? Мы говорили о том, что буквально это переводится как любовь к мудрости, да? А на самом деле это наука о наиболее общих, да? О всеобщих законах развития мира, существования и развития мира. И в нем есть четыре основных раздела. Понятное дело, что подразделений может быть намного больше, как ему нравится, но в основном это онтология, это учение о бытии с вопросом, что же есть реальность. Гносеология – это учение о знании, да, о познании, как мы познаем, что есть знание, какое отношение оно имеет к бытию. Также есть третий раздел – это этика. Основной вопрос – что есть ценность, да? Что должно нам нравиться, а что не должно нам нравиться? Ведь не секрет, что мы этому немало посвятили как бы, но времени, что что-то нам нравится, да, что-то нам не нравится, но существуют ценности, да, и мы должны понимать, что это такое, и они позволяют нам определять, что должно нам нравиться, да, а что не должно. Это тоже очень важный вопрос для философии. И также четвертый раздел, о котором мы тоже говорили, напоминали, это учение о красоте, эстетика, где пытаются философы понять, в чем же феномен красоты, несмотря на то, что он наиболее приближен к материальному проявлению духовных сущностей или вообще сущностей тех или иных явлений. Тем не менее, категория красоты, определение этого понятия наиболее общего, пока остаются как бы за всеми печатями. Есть, конечно, попытки и есть наиболее приближенные, я считаю, определения более-менее научные этого отношения, наивысшие пределы целесообразности. Но это все четыре раздела философии. Естественно, что все эти четыре раздела философии каким-то образом рассматривают и самоуправление. То есть у управления есть онтология, то есть что есть управление в реальности, да? Существует еще помимо бытия управления, еще существует знание управления. Что есть наука управления, да? То есть как мы знаем, что есть управление? Какие науки его изучают? Также есть третий раздел, как бы. Существует и этика управления? Конечно, существует. Какова этика управления, да? Что действительно ценно в управлении? Что должно нам нравиться, а что не должно? И, наконец, естественно, у управления существует красота. Что есть красивое управление, да? Когда управление прекрасно, а когда оно безобразно? Эти все аспекты, безусловно, вы будете на протяжении всего, всей программы долгосрочной мастер управления организацией проходить. Моя же была главная задача показать вам, что есть философия и что есть философия управления, чтобы вы получили представление о том, в каком предмете мы работаем, да, и какую роль и место этот предмет занимает во всей структуре программы. Также мы с вами говорили об определении управления, да? И говорили о том, что наиболее общепринятый на сегодняшний день и наиболее
как бы объективно достоверное определение, это как воздействие на систему, да, с целью изменения ее состояния. И мы говорили о большой и спорной составляющей этого определения. Мы говорили о том, что если мы говорим об управлении, как о воздействии на систему, то мы подразумеваем сразу две вещи. Во-первых, что управление стоит как бы вне системы. А во-вторых, что объектом управления является системой. Что неправильно. Во-первых, управление прежде всего, как правило, и возможно даже всегда является внутренней функцией. Внутренним элементом, обеспечивающим согласование изменений вовне и внутри системы. Здесь самое важное вовремя среагировать, да? И этот элемент, конечно же, очень важен, но тем не менее он не может быть вовне системы. Поскольку все системы выстроены таким образом, по принципу матрешки мы с вами говорили, да, что у любой системы есть система N плюс 1, которая объемлет собой систему, да? И в этом отношении система N плюс 1 не совсем не то чтобы управляет системой N, она просто нацело определяет ее существование и функционирование, ее развитие, да? То есть и понятно, что система N, как элемент системы N плюс 1, не может быть иначе как-то существовать, как в рамках системы N плюс 1. Поэтому неправильно называть воздействие системы N плюс 1 на систему N как управление. То же самое может быть в отношении системы N минус 1, да? И я просто напоминаю вам, что я могу, мы этот принцип еще раз повторим сегодня, о том, что все системы выстроены таким способом в мире. Прошу не отвлекаться, потому что меня сбивает с мысли, да? И я прошу как бы максимально сконцентрироваться на том, что это очень важный принцип, да, системного мироустройства. Принцип матрешки, вы должны его помнить, что в этом мире все совсем связано. Вторая проблема в учебности этого определения общепринятого, как воздействие на систему с целью изменения состояния, предполагает, что объектом управления является сама система. В то время как мы недавно разобрали, да, от и до, что такое изменение, и что единственным объектом управления является изменение. Как единичный акт движения, да, бесконечного движения, это атрибут материи. Любая форма материи, любой объект материальный, если имеет пространство, да, то он однозначно будет иметь и время. Соответственно, в нем обязательно будут протекать внутренние изменения, если не протекает никаких внешних изменений, вернее, если он не двигается во внешнем для себя пространстве. В любом случае, любой объект имеет свое время, то есть длительность своего существования, срок конечный, да, соответственно, в нем изменения происходят обязательно. И на самом деле объектом управления любого, в любой сфере, на любом уровне является изменение. Мы говорили об этом. И я хотел бы добавить, что на самом деле изменения — это прекрасно. Изменения — это могут нам нравиться или не нравиться, но они являются существом и содержанием всего нашего бытия, всего существования. И если и говорили мы про теорию информации, да, что системы — это то, что помогает нам накапливать информацию, да, то в данном случае одним как бы, из как бы, аллегорических, да, определений информации является это квант изменения. Что, чем иным является изменение, как не информацией для нас, как систем, для каких-либо систем. То есть и мы должны воспринимать информацию, по крайней мере, как факт. И это уже любое изменение как факт, как информацию для нас. И это важный сигнал для нашего управления, да, как бы внутри нас, вовне нас. И мы должны понимать, что не стоит тратить время на неприятие изменения, да, поскольку оно неизбежно. И легче это изменение воспринять как информацию, что эта информация есть квант изменения. И по сути дела, когда мы сегодня имеем дело с информационной революцией, мы имеем дело именно
с ускорением, причем неимоверным по экспоненте, накопление информации. Вот о чем мы говорили, да? Также мы говорили о том, что... Да, системы — это единая форма, которая накапливает там информацию. Информация накапливается, но как эта информация накапливается? Она должна же восприниматься, да? Обрабатываться и передаваться, да, между системами. И это невозможно никак иначе, кроме как через знаки. И семиотика, как важнейшее учение или теория о знаках, о символике, говорит нам о том, как эта информация кодируется в знаках, да, и передается также закодированная в знаках. Все это мы тоже будем изучать. Главное, чтобы вы сейчас получили общее представление, да, о том, что есть управление, как философия рассматривает это управление. И, наконец, мы говорили еще о теории ценности, да, о том, что мы будем ее изучать в курсе философии управления. И если информация накапливается системами, в этих системах существует каждый элемент управления, то управление, когда согласовывает, да, внутренние и внешние изменения, оно согласовывает целенаправленно. Целенаправленно по отношению к чему? Ценности — это то, что позволяет, да, системам как-то ориентироваться в своем управлении. То есть ценности — это образы целей и способов функционирования, да, и развития систем. Я почему не ленюсь это повторять вам день за днем, да, чтобы что-то осмыслялось вами, да, потому что каждый раз все эти постулаты, они, во-первых, понимаются лучше, а во-вторых, осмысляются по-новому. Если вы, конечно, это почувствовали, и потом мы обязательно после перерыва об этом поговорим, да, насколько вы все восприняли. Вот. И сегодняшний день, после того, когда мы рассмотрели и повторили все предыдущие занятия о том, что такое философия, о том, что такое управление, о том, что такое философия управления, какую роль во всем этом играет понятие систем, информации, знаков и ценностей, сегодня я хотел перейти уже конкретно к теории ценностей, к теории систем, извините. Сегодня у нас первая теория общенаучная, которая является важнейшей методологической основой, да, науки управления. И не менее важна эта теория, как общенаучная, чем философский уровень. Мы еще также говорили, когда говорили про философский уровень, да, науки управления, мы говорили о том, что существует, помимо общенаучных теорий, которые мы начнем сегодня рассматривать, еще есть философский уровень. И мы говорили, помните, мы спорили о том, что такое диалектика и что такое логика. Да, мы говорим о том, что логика — это наука о правильных формах мышления, о законах, да, правильного мышления, что, возможно, логика не дает нам истины, но она гарантирует нас от ошибок в поисках истины. И логика — это явление чистого разума, да, которое не принадлежит никому из нас, но потому она и объективна. Благодаря ей мы измеряем мышление друг друга и договариваемся о чем-то, да? То есть эти очень важнейшие законы логики позволяют нам, да, коммуницировать, позволяют нам обмениваться информацией. И она основана на непротиворечии, потому что мысль не может быть противоречивой, да? Иначе мы никогда не познаем, что есть реальность. Но сама реальность основана на противоречиях. Противоречие — это источник движения. И в этом смысле без диалектики, как еще одной... еще одного философского учения в области познания, да, в области гносеологии, является важнейшим способом мышления, поскольку оно позволяет нам при помощи логики все-таки увязывать логику с чувственным восприятием, которое мы пытались с вами пройти, да, на тренинге личностного развития. Да? Чувственное восприятие показала вам, насколько оно противоречиво, да? Насколько ваши чувства, да, дают вам противоречивые сигналы, что в них необходимо разбираться. Но это же не просто так, а потому что сама реальность, которую вы воспринимаете, также противоречива. И диалектика, которая основана как раз-таки на учете противоречия, как причины самодвижения материи,
позволяет нам правильно мыслить, находить истину. В этом отношении логика при помощи диалектики лучше анализирует предметно-чувственное восприятие этого мира. И мы говорили с вами, что в диалектике, как учение о развитии мира, да, есть важнейшая составляющая. В частности, важнейший тезис, или вернее, важнейшее положение диалектики – это о единстве и борьбе противоположностей. Все остальные законы связаны с этим первым законом. К примеру, закон отрицания, да, или закон перехода количественных изменений в качественные, и закон отрицания-отрицания, он связан с этим важнейшим законом. Без этого трудно понять этот мир. Вы должны согласиться с тем, что в этом мире всеобщими законами развития являются законы единства и борьбы противоположностей. Когда я говорю «всеобщий», это значит, не существует ни одного явления, которое не подпадало бы под этот закон. Это означает, что в мире все имеет, любое явление имеет свои противоположности, и эти противоположности едины. Кому не до конца это понятно, могу напомнить про то, что мы говорили, что любое явление можно рассмотреть как тезис, как антитезис и, наконец, как синтез. То есть тезис – это сама идея, к примеру, вещи. Антитезис – это вещь, к примеру, которая отрицает идею вещи тем, что она не полностью в себе воплощает, да, эту идею вещи. И, наконец, синтез, да, это когда развитие этой вещи, да, доходит до того, что вещь наиболее полно проявляет себе идею, да, вещи. То есть, и мы с вами провели пример с любовью, да, к примеру, существует любовь отца к сыну, как тезис. Существует также битье ремнем отцом сына, как антитезис, потому что битье ремнем не означает любовь, да, это как бы отрицание любви. Но когда мы понимаем, что отец не увлекается битьем в целях превосходства своего над ребенком, да, а для того, чтобы он учился лучше, мы понимаем, что в данном случае этот антитезис, да, просто развивает или проявляет тезис. Да, и тезис становится воплощенным. То есть благодаря антитезису тезис воплощается и становится синтезисом. Синтезом. Вот так работает, к примеру, закон единства и борьбы противоположностей. И мы увидим в данном случае, в примере тезис, антитезис и синтезис, мы видим, что в данном случае яркий пример, что здесь же разворачивается закон, второй закон диалектики, да? Это закон перехода количественных изменений в качественные. То есть, рано или поздно, любые изменения количественные, или количество изменений перейдет обязательно в изменение качества. К примеру, вы учите английский язык, и вам все непонятно, неприятно, да, но по мере набора критической массы слов, критического запаса, изучения правил, в какой-то момент бах! И количество изменений, что переходит в качество изменений. Точно так же с этой программой. Вы сейчас много чего не понимаете, вам трудно, да, пробираться сквозь эти знаки, смыслы. Но в какой-то момент количество изменений, которое возникло в нашем взаимодействии, да, количество информации, которое измеряет эти изменения, да, будет таковым, что в вашем мышлении наступит прорыв. Возникнет озарение, после которого вы уже никогда не будете таким, каким были до обучения. Мы с вами говорили, что обучение, образование всегда приносит не то, чего вы ожидали. Да? И вот это один из примеров. Но сам переход количественных изменений в качественные – это же отрицание тезиса. Поймаете, да? То есть, когда какой-то тезис количественно выражается, рано или поздно количественные изменения что? Переходит в качество, да, и тезис как бы отрицается антитезисом. Понятно, да? И, наконец, третий закон. Это закон отрицания-отрицания. Когда закон перехода количественных изменений в качественные своеобразным образом, да, в антитезисе
А отрицал тезис, да? Казалось, при переходе в новое качество, да? То есть, к примеру, какая-то идея спроецировалась в материальное пространство, естественно, с потерей информации, да? Вот. Возникло какое-то отрицание этого самой идеи, да? Изначальной. Искажение, карикатура. Но благодаря количественному изменению, да, вещи, благодаря развитию системы, да, накоплению информации ею, да, происходит отрицание отрицания. И антитезис становится воплощенным тезисом, синтезисом. И в данном случае я просто напоминаю это почему. Это важно, чтобы вы понимали, что такое диалектика, что существуют законы природы, законы развития природы, и они основаны на противоречиях. Так вот, логика без диалектики вряд ли сможет играть какую-то методологическую, да, и эвристическую роль в вашем познании. Эвристическая роль, значит, ну, озарение, творчество, понимаете, да? Какое-то, какая-то работа. Вот. И вопрос еще попозже, пожалуйста, да? И я в данном случае хотел сказать вам, что это очень важные вещи, да? И что мы проходили из области философского уровня, да? Методологии управления, да? Еще мы говорили, помимо законов диалектики, мы еще говорили, что существует 4 уровня, да, свойств явлений, или 4 уровня явлений. Это называется субординация по Канту. Был такой Иммануил Кант, который эту субординацию во всех, всем своим творчеством, не какой-то конкретной книгой, не какой-то конкретной цитатой, да, а всем своим творчеством подразумевал, что существует всегда 4 уровня явления, которые четко в логике отражены в понятии объема, да, понятия. Существует такое явление, как объем понятия. И объем понятия зависит от признака понятия. Чем более уникальный признак, да, тем меньше объем его понятия. И если вспомнить, мы говорили о том, что когда мы говорим про всеобщий уровень явления, когда нет ни одного феномена, да, ни одного явления, которое не входило бы в это явление. Ни одного. Когда мы говорим «все», мы имеем в виду всеобщий уровень. Когда мы имеем в виду большинство, но не все, да? Тогда мы имеем в виду общий уровень явления. Когда мы говорим «некоторые», мы говорим про особенный уровень явления, да? И когда мы говорим «один», это единичный уровень явления. И в данном случае важно не только то, что Кант не оставил какой-то конкретной цитаты, да, именно связанной с таким четким разделением, но всегда во всех своих работах, и не столько в «Критике чистого разума», во всех других работах, это подразумевал. И как бы мы не хотели приписать это Кольшибаеву Баенгали Аменовичу, который первый сказал о казахстанской школе формировал казахстанскую школу менеджмента, да, который первый говорил про диалектико-логический подход, как бы мы не хотели приписать тому, что эта субординация принадлежит казахстанской школе управления, да, это не получится, потому что Кант это хорошо, четко во всех работах подразумевал, что существует 4 уровня явления. То есть, если мы берем этот мир, то он железный, у него есть иерархия 4-уровневая, да? Что все явления мира в этой иерархии соподчинены. Единичные явления подчиняются особенным, да? Особенные общим, а общие всеобщим. Часто возникают некоторые споры у людей, которые очень далеки от философии. Это в основном это псевдорелигиозные организации там, или всякие эзотерические там учения, да, которые говорят, ребята, вы не путайте, есть же троичность мира, допустим, есть Бог там наш триедин, да, и это совсем о другом идет речь. Когда мы говорим о триединстве мира, которое диалектика вообще не отрицает, да, при помощи тезиса, антитезиса, да, и синтезиса, да, то есть это же есть триединство мира, да, тезис, антитезис и синтез. Это и есть, и эта троичность, она не относится к вертикали мироустройства, понимаете, да? Она относится к горизонтали мироустройства. Что триединство мира всегда что? Находится по горизонтали. То есть всегда существует 3 как бы аспекта, да, там, любого явления. Вот. В этом отношении, как бы, к примеру, если вы возьмете, помните, мы проходили с вами психологию, там, сознание, да, каковы компоненты психики человека, да, или, еще говоря, сознания человека. Это мы говорили 3, да, вещи.
Это чувство, разум и воля. Да? Как бы это очень образное выражение. Понятное дело, что все психологи по-разному называют эти сферы. Как бы, в частности, там чувство как сфера переживания, да, разум как интеллектуальную, да, сферу там познавательную, да, как бы волю как сферу ценностных ориентаций. Вот. Тем не менее, эти три элемента существуют. И в принципе, да, действительно, в любом явлении, да, мы можем найти три там аспекта, да, но я бы просил не увлекаться, да, потому что действительно существует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, да, как бы как тезис, антитезис и синтезис, да, и в этом отношении как бы нужно понимать, что троичность мира относится к горизонтальному, да, взаимодействию, да, его аспекту, в то время как субординация по Канту подразумевает вертикальную, да, иерархию соподчиненность всех явлений. Понятно? Это вот то, о чем мы говорили про философский уровень, да, как бы методологии науки управления, да, про философию управления. Сегодня же мы начинаем с общенаучных теорий, то есть мы опускаемся с уровня всеобщего методологии науки управления на уровень общий и говорим, а сейчас мы поговорим не о философских, да, как бы инструментах, как бы управления, да, как бы, а о не о философском уровне, да, рассмотрения управления, а о общенаучном. И первая теория – это теория систем. Мы с вами говорили, что система – это совокупность целенаправленно и согласованно функционирующих элементов. Это очень важное определение. Я сегодня считаю, что на сегодняшний день это наиболее приближенное, наиболее точное, которое действительно заслуживает быть общепринятым, да, определение научное понятие или даже наиболее общее понятие категории систем. Думайтесь, совокупность, то есть некоторые называют это целокупностью, да, и что, наверное, более точно отражает явление системы. Второе, целенаправленно, да, то есть у любой системы есть цель. Нет систем, у которых не было бы цели. Дальше, согласовано, то есть обязательно в согласовании существует система, да, функционирующих элементов. То есть элементы согласованно между собой функционируют в направлении цели. Есть такое общее расхожее и тоже, я считаю, научное определение системы, как упорядоченное множество. К сожалению, принять его за основу нельзя. Ни в коем случае. Почему? Потому что множество есть антипод системы. Это оно как пустота, да, как бы отрицает бытие, да, так и множество отрицает вообще понятие системы. Потому что в этом мире нет ничего, что было бы множеством. Множество – это наше абстрактное понятие. Множество в мире не существует. Существуют системы. Даже горы песка – это не множество, да? Это система. То есть совокупность песчинок, да, которые согласованно между собой сцеплены и функционируют, да, как бы целенаправленно и согласованно. Нет ничего, что было в этом мире, не системой. Следовательно, в этом мире любой объект, любое явление является элементом какой-то системы. И сам является системой. В этом смысле все совсем связано. Такова основа системного подхода. То есть все по уровню матрешки. К примеру, мы имеем в виду какой-либо объект, к примеру, человека, это система порядка N. Любая группа для него, которая соединяется системой N плюс 1. Или далее и тому подобное, до Вселенной. И можно опускаться ниже, да, на уровень скелета. Его структура это N минус 1. На уровень каких-то систем конкретных, да, к примеру, там кровеносная, нейросоматическая,
много, это все будет система N минус 2. Мы можем дойти до клеточного уровня, да? Клетка. Это будет система N минус 3. И посмотрите, у вас реально, реально нет ничего, что было бы отдельно друг от друга. У вас все во все входит, понимаете, да? И все совсем связано. Очень важно понимать, что раз мы приняли понятие системы и принимаем, что в этом мире нет ничего, что не было бы системой, тогда получается все совсем связано. И все во все входит. И когда мы говорим про иерархию, как важнейшее, да, качество мироустройства, да, к сожалению, от этого деться некуда. Я понимаю, что некоторым не нравится иерархия. Чтобы было бы здорово, чтобы все было горизонтально, да? Но, к сожалению, это невозможно. Почему? Потому что по горизонтали мы имеем дело только с элементами, да? А по вертикали мы все равно будем вынуждены, да, иметь дело с тем, что эти все элементы входят в какую-то единую систему, которая сама является элементом другой системы, более высокой. То есть иерархия – это не прихоть чья-то. Иерархия – это основа мироустройства системного этого мира. И когда мы пытаемся сделать двух генеральных директоров на одном предприятии, да, это нарушение, да, это системная иерархия, да, мироустройства, да. Органов управления может быть как угодно много, да, но компания представляет первое должностное лицо, коллегиальность может быть вверху в виде совета директоров, наблюдательного совета, может быть внизу в виде правления, да, как коллегиального исполнительного органа, но подписывать и представлять компанию без доверенности все равно будет первое должностное лицо, да, потому что именно это должностное лицо входит уже потом как бы в совет директоров, как член совета директоров, это уже совсем другая иерархия, да, и там уже акционеры через своих представителей, да, пытаются участвовать в управлении, понимаете, да, другая уже иерархия. То есть, и, к сожалению, так мир устроен, и я думаю, что на самом деле об этом сожалеть не надо, потому что благодаря этой иерархии мы можем все разнообразие мира интегрировать. Если бы не было этой иерархии, то это все разнообразие мира стало бы множеством, мир распался бы. Множество – это то, чего не существует. Это наше понятие. Цифры 5, числа 5 не существует в реальности. Есть баранов 5, а мы говорим, что есть число 5, да, в нашем сознании, и обозначаем наше сознание, качество нашего познания этих баранов, да, цифрой арабской 5. Понятно? То есть нам-то кажется, что 5 это реально, но число это просто понятие абстрактное. Цифра это просто чернила на бумаге. А бараны они реальные, и они понятия не имеют о том, что их 5. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Да. Поэтому все многообразие мира, бесконечность его системного мироустройства основана на иерархии. То, что все объекты и явления мира являются элементом какой-то системы, которая, в свою очередь, также является элементом какой-то другой системы. Тот, кто попытается нарушить эту иерархию, да, в мышлении, там, в деятельности, то обязательно ждет неудача. Потому что этот мир, большой внешний, о котором мы знаем, обязательно поставит его на место. Если ты хочешь, чтобы иерархии не было, тебе лучше в этом мире не жить. Потому что благодаря иерархии все в этом мире системно, а не множественно. Вот. Давайте перейдем теперь к рассмотрению свойств системы. Одним из важнейших свойств системы является интегративное качество. Еще говорят эмерджентное свойство. Запомните слово эмерджентность. Но на русском языке это называется как бы интегративное качество. Да? То есть, к примеру, человек, мы с вами этот пример обсуждали, он состоит из множества элементов, правильно? Из множества элементов. То есть скелет, кровь, мускулы, много чего еще. Мозги, в конце концов, вы так часто любили их вспоминать, эти мозги, да? Да. И что в итоге? В итоге мы имеем, что все. И сегодня технология, по идее, позволяет, да, все совсем соединить. Включая, мы там микроны уже, да, нейрохирургии делаем. А почему не можем взять и человека собрать? Почему мы не можем создать жизнь?
души не было. Да, а душа, о которой мы сейчас спорили, это и есть, да, то самое интегративное качество в человеке, да? То есть, что это означает? Это означает, что сумма частей, да, не равна, да, целому частей. То есть, если вы возьмете все элементы человека, сложите их вместе, вы не получите человека. То есть, целое всегда больше суммы частей, благодаря этому интегративному качеству. Благодаря этому эмерджентному свойству любая система добавляет, иерархически, повторяюсь, да, ко всем этим горизонтальным, казалось бы, элементам, да, какое-то эмерджентное свойство, интегративное качество, которое в иерархии стоит, конечно, выше, чем эти элементы, да, но тем не менее оно является, как бы, по-прежнему, да, элементами этой системы. То есть, кстати, душа человека, да, это то самое интегративное качество. Когда душа уходит, да, из тела, тело начинает гнить, и все элементы, что распадаются. Понятно? Далее, структурность. То есть любая система имеет структуру. Это еще одно свойство системы. Это что означает? Что, оказывается, несмотря на то, что система представляет собой целостность, да, неразделимую, там, да, обособленную, единую, да, она все равно имеет какие-то внутренние элементы, да, которые между собой связаны по какой-то схеме. Да? Существует схема связей между элементами. Это и есть структура системы. К примеру, вода. Система? Система. Вот ее структура, да? Правильно нарисовал? Да. Или вот так? Кто помнит химию? Организм. Нет, сначала, как было до этого. Да, да. Правильно. Хорошо. Итак, мы сами пришли к тому, что вот структура воды. Когда кто-то кому-то это все тяжело, он говорит, только, окей, H2O. Да, это уже, кстати, примерно как число, количество, да, и как цифра. Понимаете, да? Это просто обозначение, да, этой структуры. Знаковое обозначение, да, этой структуры. Но сама структура, на самом деле, это всего лишь наша схема. Вот есть вода, как целостность, да? Целостность воды. А это структура. То есть это схема связи между элементами. Элементов три. Из них два элемента водорода, один элемент кислорода. И они между собой связаны. Вот в такой структуре. Но на самом деле никто точно не знает. Система как целостность. Это черный ящик. Но мы с вами, если хотим работать с водой, утяжелять ее и использовать, да, мы вынуждены с вами предположить и выделить какие-то особые стороны, да, в этой целостности, да, и называем их элементами, и придаем им какие-то функции, понимаете, да? То есть существуют внутренние функции у элементов. Это и есть структура, структурность любой системы. То есть вы должны понимать, что когда мы говорим структура, это не есть система. Структура — это всего лишь навсего модель системы. А модель системы не равна системе. Это, потому что в реальности все может намного сложнее, да? И хуже, или лучше. То есть ваше представление о реальности никогда не будет полным, да? Полностью отражать реальность. И вы должны это помнить. Для психологии, для ТЛР это особенно было важно, да? Вам-то казалось, что ваше представление о реальности это и есть реальность. И поэтому так сильно страдали, да? А на самом деле карта не равна местности, да? Где, кстати, Мадина? Заболела, очень жаль. Я хотел, чтобы она все это послушала. Итак, коллеги, существует интегративное качество у любой системы, существует структура у любой системы, и любая система является целостностью, да? То есть, как бы черным ящиком, да? То есть, если брать по-другому, да, систему. Сейчас вы посмотрите, рассмотрели систему как бы изнутри, да? Структура – это взгляд на систему изнутри, правильно, да? А когда мы хотим увидеть целостность системы, да, то это взгляд на систему как бы извне. Представим себе, что здесь система, да, есть какой-то определенный черный ящик. Нам неизвестно, что внутри системы, да, мы только можем предполагать, что есть такая-то структура. И мы видим, что в систему информация что, входит, да? И что еще делает?
исходит, да, информация. То есть здесь мы называем данные, данные попали в систему, система данные обработала, да, и возникла что? Информация, которая будет данными уже для другой системы, понимаете, да? Когда информация вышла, допустим, да, исходящая, да, как продукт обработки, да, данных, да, то что возникает? Возникает обратная связь. То есть тот, кто закладывал ход, получает выход, да, и сравнивает выход с чем? Со входом. Понимаете, да? То есть мы можем предполагать, что здесь внутри есть, да, H-O-H, допустим, H2O, да? Но на самом деле мы же этого не знаем и говорим, что существует схема связи, как структура системы. Но сама система — это целостность, вода. К примеру, если вы пытаетесь соединить водород, водород с кислородом, что получится? Вода. Нет, взрыв. Потому что кислород поддерживает горение? Поддерживает. А водород поддерживает горение? Тоже поддерживает. Взрыв, дорогие мои. То есть я хочу сказать, что не только жизнь человека, мы и воду-то создать не можем. А говорим, о, мы знаем структуру воды. Да? Как бы мы тут с ней работаем. Да, она более-менее точно отражает реальность, да? Но этот мир не познаваем же до конца. Но мы же должны как-то действовать. И ради цели деятельности мы разрабатываем средства мышления, понимаете, да? Мы создаем эти мыслительные средства, категории, понятия, структуры. И когда я рассматриваю внутреннее устройство системы, я говорю о ее структуре, правильно? О внутренних функциях элементов, как они между собой связаны. А если я говорю о целостности системы, то я говорю, сама система, как вода, является элементом этого мира, да? И он целостен, то есть он как-то обособлен, понимаете, да? Обособлен, как бы вода ни была бы, как бы, но мягкая, да, гибкая, да, всепроникающая, она же реально обособлена от нас. Мы подскальзываемся, да, из-за нее, да? И мы говорим, мокро, неприятно, да, или наоборот, там, мокро, хорошо, да? То есть, благодаря тем, что она от нас обособлена, да, обладает целостностью, да, какой-то, несмотря на то, что с нами связано. А она является целостностью. То есть, любая система имеет интегративное качество, имеет структуру, имеет целостность. Это очень важный момент. Ну, что интересно? Любая система обладает открытостью. Смотрите, что происходит. Здесь происходит чего? Обмен информацией, правильно, да? Информация может быть в виде энергии, в виде вещества. Информация — это не только знание, да? Информация — это, как говорится, более широкое понятие, да? И в этом отношении существует обмен. Информационный обмен между системами. Иначе как бы системы накапливали информацию. Так вот, из этого следует, что открытость является всеобщим свойством систем. Нет ни одной системы, которая была бы закрытой. Как только система что, закрывается, что с ней происходит? Нарушается информационный обмен, обмен информацией. И система что? Разрушается как целостность. Теперь вы понимаете, почему, когда вы закрываетесь лично, да, как существа живые, да, вы тоже система же, да? Как только вы перестаете обмениваться информацией, обида, ненависть и прочее, да, что происходит, что? Саморазрушение. Понятно, да? Почему вам плохо? Потому что система кричит, допустим, да? Не понимает, что происходит, допустим, да? Как вы так с ней поступаете, да? А вы как элемент управления внутри ее, да? Как бы тело на самом деле намного же больше вас. В вашем психике, мы уже говорили, да? Присутствует не только ваше бессознательное сознание, еще и чужое бессознательное, да? И все, и коллективное бессознательное. Понимаете, да? И много чего другого, да, накопленного человечеством, да? Да, это намного больше, чем вы. Вы намного больше, чем вы себя осознаете. Понимаете, да? И система что, скрипит, скрижещет, потому что вы, как элемент управления, да, который взял на себя эту, что, закрыли систему, все заслонки закрыли, до свидания, никого не хочу видеть, да? Все отрубили, а потом опомнились, поздно уже, да? С кругом стены закрыты, цепи на руках, допустим, да? Ты уже, вы знаете же, человек, попадая как бы в изоляцию, я вам говорил, да? Как начинает паниковать? Сутки проходят, он уже, ведь что делает
вот у любого, спросите, насмотрщика в тюрьмах вообще, о чем просит человек, да, когда вообще когда кто-то к ним приходит, да? Они благодарят, что с ними поговорили, понимаете, да? Они за это благодарят страшно, потому что это невозможно. Помните, мы с вами говорили про проблему одиночества, как проблему человеческого существования, допустим, да? То есть, это же не просто так, это не потому, что мы такие люди, стремимся к общению, социальная природа людей такова, да? Любые системы открыты, не существует закрытых систем. И даже когда мы говорим про термодинамику, да, про второй закон термодинамики, про потерю тепла, да, накопление энтропии, да, то есть дезорганизованности, да, потерю тепла, да, тепловую смерть Вселенной, мы предполагаем наличие закрытых систем. Это наше предположение. Но в реальности это системы не закрыты, поэтому тепло все равно, что возникает, приходит, мы обмениваемся им. Понятно? Вот. Поэтому открытость — это важнейший фактор, да, форма обмена, да, и все системы являются открытыми. И любая закрытость приводит к смерти системы, неважно какая она, материальная, духовная, живая или неживая. Понятно? Что интересно, когда мы говорим про целостность системы, да, мы же на самом деле имеем в виду в том числе и качественную определенность ее, да? То есть, когда мы говорим, что система имеет структуру, да, интегративное качество, да, что она имеет целостность, да, что она имеет целесообразно, мы же говорим на самом деле про качественную определенность. Ведь на самом деле в этом мире, да, все совсем связано, все является всем, да, по большому счету. Да. Но благодаря именно структурности, да, систем, благодаря их открытости, благодаря их целостности, да, целесообразности, да, мы имеем дело с качественной определенностью явлений. То есть все явления качественно определенные. То есть система имеет качественную определенность. Именно это мы считаем целостным, именно это мы считаем структурным. А иначе, как говорится, то есть я хотел сказать, что на самом деле изменения происходят в человеке, да, помните, мы проводили температуру, да? Вот она 42, а вот она 35, да? Это и возможность смерти. То есть, да, изменения приемлемы и даже нужны. Но не всякие изменения, да, приемлемы, да? То есть, если изменения переходят за какую-то границу качественной определенности, да, эта система, да, то система тоже разрушается. И чтобы этого не случилось, система любая обладает гомеостазисом, то есть механизмом защиты. Все ваши защитные механизмы психологические, помните, мы их разбирали, вытеснение, да, проекция, рационализация, напомню, да, как бы вытеснение, когда вы что-то вам не нравится, допустим, да, и какая-то проблема, вы вытесняете ее подсознание, допустим, да, и как бы, и она начинает вас там разрушать, потому что вы с ней не работаете, не происходит обмена, да, информации, допустим, да, или там проецирование, допустим, вы считаете, как бы, что все, что, как вы мыслите, то есть судите всех по себе, понимаете, да? То есть и свои проблемы приписывайте другим. Вам кажется, что они также должны поступать, к примеру, да? Или рационализация, да? Один из механизмов защиты тоже. К примеру, вы рационализируете, что-то случилось, то, что вам не нравится, а вы это рационально себе объясняете и так себя успокаиваете. Так, знакомая ситуация? Это же очень важные механизмы, что? Защиты психологические. Они, конечно, играет свою негативную роль, да, в плане вашего развития, да, не дают вам развиваться, потому что вы искажаете информацию, понимаете, да, не принимаете ее, да. Но с другой стороны, почему они работают, почему вообще эти механизмы защитные, да, почему ваш гомеостазис работает? Потому что эти события являются психотравмирующими для вас. То есть нарушается ваша целостность личности, понимаете, да? И поэтому, раз у вас еще пока нету такого уровня развития личностного, да, то запускаются вполне бессознательные механизмы защиты. Вот, если брать не только пример, все в мире системы обладают такими механизмами защиты, гомеостазисом. Поэтому можете не сомневаться, если вы хотите что-то изменить, что-то внедрить, вы обязательно столкнетесь с механизмами защиты. Понятно? Почему? Потому что, как говорили там психологи, да, у всякого безумия есть своя логика. Понятно, да?
Идея может быть безумной, но сама логика выстраивания этой идеи, сама логика ее осуществления, да, они будут очень даже согласованы и целенаправлены. Даже безумие, да, является системой. Даже несистемное действие, которое вы производите, да, обладает системным эффектом. К примеру, вы помните эти комбайны огромные советские, против которых все выступали, кто постарше, я не помню, да? Говорили, как неэффективны эти советские большие комбайны, да, и вообще это гигантомания, все прочие дела, все это настолько несистемно, да? Что сделали? Одним махом, как говорится, отказались от этих больших советских комбайнов, да, когда началась перестройка и после. И что в итоге? В итоге получили огромный ущерб для сельского хозяйства. Почему? Потому что, конечно же, эти комбайны неэффективны. Но они уже создали свой системный эффект. Многие системы логистики, транспортировки, хранения, да, все завязано были на эти емкости, на эти комбайны. Просто так? Да, и брать их невозможно. Если вы хотите что-то перестроить или исправить какое-либо несистемное явление, которое на самом деле имеет свой системный эффект, вам нужно также системно его перестроить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не только как бы все элементы, да, системы зависят от поведения системы, но и само поведение системы зависит от поведения любого ее элемента. Понимаете, да? Стоит кому-то сбрыкнуться внутри, да, компании, да, и все неоднозначно, куда пойдут изменения, как пойдут изменения, да, никто не знает. Сегодня принесло, завтра, да, а послезавтра нет. Будьте здоровы. Там, к примеру, как бы раньше там, как бы терпели, там, к примеру, там, не выплату зарплату, да, а потом бах, кто-то запыхнулся и не терпит, допустим, да. Допустим, да, и что? И пошла цепная реакция, да. Раньше все думали об общем благе, а теперь все думают о своей частной выгоде, допустим, да. Да, и здесь, конечно же, важно не переборщить. Есть очень много проблем, да. Есть везде крайности как в одной стороне, так и в другой, да. Это же вообще распространенное же явление, да, когда люди, как бы, пользуясь, как бы, и манипулируя общим благом, да, как бы, нарушают, как бы, интересы каких-то отдельных элементов, да, которые составляют эту систему. То есть, и не только система определяет поведение элементов. Системный подход говорит, что и элементы тоже определяют систему. И изменение в поведении одного элемента изменяет поведение элементов в других системе. И в той самой системе тоже. Понятно? Это мы... Какие свойства перечислили? Интегративное качество, да? Целостность. Структурность. Открытость. Еще один важный элемент, вернее, еще одно есть важное свойство системы, да? Как ни странно, конечно, да? Это с этим можно спорить. Но это свойство называется самоорганизация. Системы, оказывается, самоорганизовываются. И, наверное, это неудивительно. Почему? Потому что если мы говорим, что движение – это неотъемлемый атрибут материи, хотим мы этого, не хотим, управляем мы, не управляем, системы будут двигаться. Что внутри, что вовне, да? Соответственно, мы будем иметь дело с изменениями элементов внутри системы, да? С изменениями связей между этими элементами. И в этом смысле, я просто напоминаю вам про возможности и ограничения управления. Помните, мы говорили о том, что действительно возможно, а что невозможно. Чем возможно управлять, а чем невозможно управлять. Да? Мы с вами показали реально, что управление сознательное, да, очень сильно ограничено, да, в своих возможностях. Да, тем, что существуют объективные законы функционирования и развития систем. Так вот, системы, они самоорганизовываются. Если даже не будете управлять, самоорганизация в системах будет осуществляться. И кто знает, порой самоорганизация эффективнее, чем организация. То есть порой, как бы, когда управление уже чересчур, ну, испытывает, ну, пагубную самонадеянность на свой разум, да, и когда сознательное управление явно вредит, как бы, да, как бы спонтанная самоорганизация, да, систем, да, то здесь есть свои проблемы. И порой именно управление
отделяясь, выделяясь из системы, строя над системой, разрушая систему, потому что перестает быть внутренним элементом системы. Поэтому самоорганизация – важнейшее свойство системного мироустройства. Это, в принципе, все, что я хотел сказать на сегодняшний день. Я надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы, да, до ухода на перерыв. Есть какие-то вопросы? Про, Кондрич, можно вот про отрицание? Чуть-чуть не такой сложный пример был. Mm-hmm. Вернее, вот вы по количеству качества привели хороший пример, про закон борьбы единиц и противоположностей хороший пример тоже был. А вот про отрицание, несколько бытовой, может быть, который будет понятен всем. Иначе он совсем сложно был понимание. А какой я пример привел? Вы про отрицание, там что антитезис, там тезис. Отрицал сам тезис, и потом... Ну помните, мы... А синтезис, он отрицал отрицание, и поэтому они в конечном итоге... На выходе сын, якобы избиваемый отцом ремнем, там, например, да? Он это делает для того, чтобы там тот хорошо, там, хорошие оценки получал. Но все равно чуть скомканно получилось. Может быть, какой-то другой есть пример? Ну, пример, вот помните, вы ко мне приставали по поводу того, что плюс бесконечность, да, равно минус бесконечности. А я говорил, нет, не так. Потому что логически я никогда не соглашусь с тем, что плюс бесконечность равен минус бесконечности. Что абсолютно полное бытие равно абсолютной пустоте, допустим, да? То есть это не равно. Но Куаныш за вас заступился, помните, да, и начал говорить о том, что, ну как же так, мы же по спирали развиваемся, мы же возвращаемся все время на исходную позицию, да? А я говорил, да, возвращаемся, и поэтому существует как бы аллегорическая змея, которая пожирает свой хвост. И в этом смысле как бы происходит как бы самозамыкание универсума, да, как бы все существует как бы само по себе и в себя возвращается, да. Но мы говорим же про развитие по вертикали, следовательно, никогда змея не съест свой хвост, потому что она все время будет заверчиваться вверх. То есть мы будем возвращаться на исходный пункт, но уже на новом уровне. И когда мы говорим про отрицание, мы говорим, что мы возвращаемся на исходную точку, но уже на совсем другом уровне качественного уровня развития, понимаете? Там в совсем другом качестве уже. То есть вначале как бы там мы как бы отрицали любовь своим битьем, да, а потом мы отрицали битье свое тем, что наш сын, допустим, да, стал большим человеком, да. То есть и битье, которое было применено с любовью, да, оказывается, не есть. Собственно говоря, не любовь, про которую мы думали. То есть в данном случае синтезис отрицает антитезис и как бы возвращается к тезису. Когда мы говорим отрицание, мы просто говорим про возврат на исходную позицию, но в более полном, да, воплощенном варианте. Если тезис был чисто духовен, то синтезис или синтез уже не просто духовен, это единство и материального, и духовного. То есть когда мы говорим про отрицание, мы говорим про завершенность процесса развития. То есть процесс развития начался с противоположности, с их борьбы. С отрицания одной противоположности, исходной противоположности. Но в конечном итоге развитие пришло к своему исходному пункту, и в этом смысле оно завершилось. То есть завершение развития и есть отрицание. Понятно? Ну вот в учебниках по логике мы все время вот этот пример с пшеном, там, которое проросло зерно, стебель и там падает, отрицает сам стебель, чтобы потом опять сам стать этим растением. Вот это чуть-чуть. Отрицание очень трудно понять. Ну, мне не совсем нравится этот пример, но я его приведу, но попытайтесь понять только. Это вот зерно, допустим, да, оно начало жить, правильно, да? Прорастать. Появился колос, правильно? То есть, как бы. То есть зерно это просто тезис, правильно? Как бы колос, как бы там, да, колос, как бы там, да, это получается уже антитезис, да, допустим, уже как бы развитие происходит, да, этого зерна в жизнь, в отдельный отросток, да. А потом бабах! И колос исчез. Почему? Потому что все зерна рассыпались, упали на землю, допустим, да, и колоса как целостности больше нет, да. Но смотрите, вроде бы, казалось бы, распадение колоса, есть отрицание, да, колоса. Но это отрицание. То есть теперь вместо одного зерна изначально исходного тезиса появилось огромное количество зерен, да? Угу. Понятно теперь? Угу.
То есть это не возврат в исходное положение зерна, а это возврат в это исходное, на новом уровне, 10 раз больше этого зерна. Вложил деньги одни, как говорится, тратил, да? Отрицал, да, исходные позиции, да, как бы кассовые остатки в начале, да. Все волновались, возмущались, а потом бабах, да, и эти деньги вернулись в виде доходов, допустим, да, которые умножили изначально вложенные деньги. То есть затраты отрицают вложения, да, но затраты генерируют доходы, которые отрицают, как бы, затраты.